В Одессе средь бела дня расстреляли съемочную группу 7 канала. Произошло это прямо у офиса канала на Старопортофранковской улице. Пострадали два оператора и журналист. Нападавшие прибыли на «Хонде» темно-серого цвета с государственным номером ВН-4152НВ. Они использовали помповое ружье. Огнестрельные ранения получили трое сотрудников 7-го. Два оператора и корреспондент. Одного из них еще и избили. Наши коллеги госпитализированы. По уточненным данным, огнестрельное ранение получил лишь журналист. Его спасла куртка, и дробь не попала в жизненно важные органы. Нападавших было трое. Один из них стрелял из помпового оружия, попал в плечо и голову журналисту. Остальные двое били операторов. У одного оператора перелом стенки гайморовой пазухи и поврежден глаз. У второго перелом носа и предварительное сотрясение мозга. У журналиста пулевые ранения головы и спины. Всех увезли на скорой помощи в больницу. Двое в 11-й городской больнице, один парень в областной. Шеф-редактор 7-го канала Елена Ротари рассказывает, нападавшие хотели договориться с журналистами по поводу снятого ими ранее видео. Якобы эта машина, она ехала до этого за нашей съемочной группы. Вроде бы как. До этого снимали в центре города ДТП, где предлагали деньги за изъятие видео. После этого случилось. Сейчас мы уже знаем на данную минуту, что все они задержаны. Они находятся в Старопортофранковском РОВД. И мы уже подробнее узнаем, что все-таки послужило причиной. Хочется пожелать нашим коллегам скорейшего выздоровления. А виновные должны быть наказаны в соответствии с законом.